Вот тут сегодня рабочие копали, может, под канализацию или что, земляные работы проводили и нашли несколько каменных могил, ящиков, каменных ящиков. Вот такие были земляные работы здесь на территории гимназии. И вот так выглядят ящики, они их уже накрыли, сложно что-то понять, к сожалению. Но завтра приедет целая комиссия, все тут перекроют, закроют, никого не пустят. Так что у нас уникальная возможность увидеть. А это реставрация гимназии идет, будет музей.